Их задача не промахнуться, а попасть точно в цель. И неважно, играешь ли ты в дартс или стреляешь из пневматической винтовки. Везде нужна стопроцентная точность. Так, в минувшие выходные в молодежном спортивно-патриотическом центре «Крылья» в Монино состоялся открытый турнир по стрельбе из пневматической винтовки и дартсу, посвященный памяти гвардии старшему сержанту Юрию Никонорову, погибшему при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции и награжденному орденом мужества. Турнир собрал участников из военно-патриотических объединений не только городского округа Щелково, но и из других муниципалитетов региона. В рамках поддержки бойцов специальной военной операции мы решили провести турнир, посвященный герою Монинскому нашему, Никонорову Пятигорску Юрию Евгеньевичу. Ценой своей жизни смог вывести своих бойцов живыми из-под обстрела. Но, к сожалению, вот сам он погиб. Юные участники турнира поделились с нами, что считают необходимым проводить подобные мероприятия. Ведь они не только являются памятными, но и помогают подрастающему поколению развить свои навыки в той или иной дисциплине, которые могут пригодиться в будущем. Каждый мужчина должен быть защитником Отечества. Соответственно, чем больше молодых людей участвует в подобного рода мероприятиях, тем больше у них будет потом подготовки к несению воинской службы. Развитие личное для себя интересно. Также, если вы хотите связать свою жизнь с органами, то легче потом поступить в правоохранительные органы, например, колледж тот же, класс полиции и так далее. В дартсе могли попробовать свои силы участники старше 18 лет. А вот те, кто младше, пытались демонстрировать свою меткость, стреляя с пневматического оружия. По итогу пройденных соревнований конкурсанты, показавшие лучшие результаты, были награждены кубками, грамотами и медалями. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.